С этой стороны это моя вотчина. Вот здесь травка зеленая, называется суданка. Посадили ее просто для того, чтобы набирала зеленую массу. Ну, пока козы нету, для компоста. Здесь я посадил кукурузу. То же самое для зеленой массы. Это моя молодая грушка посажена. Груша, яблоня. Так, это яблони старые, я бы сказал, хреновые. А, вот здесь еще желтая сливка. В этом году она отцвела, но не плодоносила. Виноград. Какой сорт, не знаю. Местные. Это Наташе дали на работы саженцы. Они прижились очень хорошо. Точнее, даже не саженцы, а черенки. Это местный виноград, единственный, который я оставил. Ой, остальные пришлось все вырубить. Это дамские пальчики. Скороспелый. Очень сладкий виноград. Ну и здесь еще кустики разные посажены. Я даже сорта не знаю. Так, пойду на территорию куря. Кур.